Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Продолжаем говорить на интересные злободневные вопросы с пастором Ерканатом. Мы говорили о том, что значит быть христианином. Сегодня я хотел бы, чтобы вы услышали его мнение о том, что значит быть служителем. Что мне импонирует и очень близко касается моего сердца. Этот человек видит служение очень похоже на мою точку зрения, то есть я вижу так же. В центре служения благовестия, спасения погибающих. В моем понимании это очень просто. Это делать то, что хочет Бог, чему Он тебя призывает. Служение, я думаю, что заключается в том, чтобы сегодня Бог, Он же использует нас. И вот в том, что Он нас использует, чтобы сегодня мы были податливы. И максимально старались исполнить и сделать то, что сегодня Бог от нас не то чтобы требует, а просит, или Он, по крайней мере, хочет увидеть. Поэтому разницы нету, где бы я ни находился, дома, на работе, там, где-то еще максимально. Стараюсь для того, чтобы прославить Его имя. Не знаю, получается, не получается. Но служение для меня, я еще думаю так, знаете, это то, чтобы окружающих людей, которые сегодня, Бог доверяет и прикладывает на протяжении всей жизни. То есть сегодня вот эти вот люди, чтобы они увидели и почувствовали, какой Бог. Через меня, по крайней мере. Если у меня так получится, то и какая-то душа сегодня, она просто будет радостна от того, что сегодня. Знаете, у меня были похороны, и поминальный обед был. И очень серьезная дама, она является главным бухгалтером одного из ведущих банков в нашем городе. Она просто встала и сказала, что я очень сильно завидую верующим людям. Почему? Потому что они имеют надежду. И, знаете, я был очень доволен. Я думаю, супруга моя была довольна тем, что почему? Потому что в Писании написано, если хотя бы один верующий кается, грешник, то все небеса ликуют. Поэтому вот так. Если сегодня Бог позволит, и хотя бы одна душа сегодня, она обратится к Господу, то я думаю, что это сегодня и есть вот это служение. Мы начинаем новый такой сериал «В капле». Я назвал его условно «Простые люди». И мне бы хотелось предложить каждому из наших зрителей, каждому, кто смотрит сейчас меня, принять в этом участие. Мы с вами, включая интернет, телевизор, мы смотрим больших, великих проповедников, людей, которые занимают определенную позицию. Они высказывают свое мнение по богословским вопросам, по вопросам жизни, веры, церкви, взаимоотношениям и так далее. Мне бы хотелось предложить вам, простым людям, простым христианам, высказаться. Возможно, у вас есть что-то наболевшее, какие-то откровения, какие-то вещи, которые вы хотели бы рассказать другим. Вы считаете, что это действительно важно и может принести пользу другим людям, как верующим, так и неверующим. Поэтому, если у вас есть желание, напишите мне, и мы обязательно снимем минимум одну-две программы с вами.